Первые золотые награды мирового уровня в этом году завоевал Ярослав Костюков. В марте на первенстве мира в Соединенных Штатах по биатлону Димитровградец взял 2 золота в индивидуальной гонке и эстафете. В апреле Алексей Трифонов выиграл чемпионат России по кикбоксингу. В октябре он стал лучшим на чемпионате Европы в Испании и выиграл Кубок мира в Италии. Станислав Донец в ноябре в Казани завоевал золото на чемпионате России по плаванию, а в декабре на чемпионате мира в Дохе он взял бронзу. Наградами порадовали каратисты, боксеры и ушиисты. Денис Сизов стал победителем первого Кубка России по карате. Анатолий Петров стал третьим на этих соревнованиях. А на чемпионате России по киокусинкай бронзовую награду завоевал Денис Ершов. Боксер Владислав Федюрин также стал бронзовым призером первенства России среди юниоров. И полсотни наград димитровградцы завоевали в Китае на чемпионате шаолиньского ушу. Юлия Лаптева, новости Димитровграда.